Всем привет, ребят, с вами Hippocat Games. И сегодня вышло обновление с обезьянками, и мы пойдем их проверять. Можно было телепортнуться сразу к обезьянкам, но я решила так. А где обезьянки? А, вот. Просто не прогрузилась. Идем. О май гад, ребят. О май гад. Так. Так, есть вот и обезьянки, это ясно. Так, он стоит 600. Так, это слишком дорого для нас. Ребят, я обязана собрать все из этой коллекции. Ну, это же, естественно, блин, придется потратить все свои деньги, но ничего. Открываем, открываем, что там. Так, обычная обезьянка, сахарная вата и такой. Окей, еще. Просто так не отступим. Растратить деньги так все. Блин, ребят, ну все время попадаются одни и те же обезьянки. Я так мегонеон его сделаю. Так, открываем. Не, ребят, я обязана собрать всю коллекцию. Вы не спрашиваете, почему, но у меня так. Блин, я никогда не открою, нормально. Мне не везет, ребят, да. Ну и мегонеоновую обезьянку мы, естественно, сделаем. Я хочу машину. Ребят, мне придется потратить все свои деньги. Но ничего. Так, скоро у нас мегонеоновая обезьянка будет. Я вам честно говорю. Сколько вещей? Я машинку хочу, я хочу что-то новое. Блин, ребят. Так, мне нужна вот этот посох, вот эта обезьянка. Весь красный отсек, короче, весь черный отсек. И в зеленом отсеке какие-то вот эти штучки, барабанчики, не знаю. Блин, ребят, как это открыть нормально? У меня не получается. О, ультраредкая, это уже плюс. Блин, ребят, я уже потратила все свои денежки. Ребята, никогда не получу обезьянку нормальную. Я же 8000 потратила. Так, мне предложили трейд. О, серьезно? На мне это хочет дать? А, нет. Так, ладно, продолжаем. Открывать. Ну, дайте мне машинку, ну, прошу. Ну, я очень хочу машиночку. Машина, ребят, машина, о май гад. Так, что у нас есть? Сейчас посмотрим, ребят. Так, такая есть. Из ультраредких мы собрали все. Да, мы собрали все. Так, ребят, в общем, я сейчас заметила, у меня, смотрите, инвентарь уже полный. Так, мне еще 3, и у меня будет мега неон. Но у меня денег мало. Но не волнуйтесь, у меня есть один план. Да блин, я никогда не получу эту обезьянку. Так, опять обычная обезьянка. Ладно, ребят, телепортируемся домой, да, и там мне деньги взять. Так, ребят, потратим еще 5000, остальное я не буду. Да, спросите, как, если у меня так мало денег? Так, вот, да, я копила. Денежки. Денежки любименькие. И теперь идем, телепортируемся. Так, ребят, идем. Не, ну мне не повезет уже, я это знаю. Ну хотя бы мне дали машинку. Вторая машинка. Да. Когда уже не надо, так попадается. Блин, дайте мне редкие барабаны. Я не прошу даже легендарные. Мне редкие барабанчики хочется. Блин, ребят, мое везение вообще на нуле. Я потратила все деньги. Денег у меня больше нету. Короче, все туго. Я прям не знаю, что делать. Опять, ребят, барабанчики. О май гад, барабанчики, прошу. Так, ребят, у меня хватит еще на 10 штучек. Ну, в общем, легендарку я уже не выбью, это я знаю. Но барабанчики. Да, ребят, я слишком сильно люблю коллекционировать все. У меня такая проблема. Я очень хочу барабанчики. Не, блин, ребят, я не смогу. Ребят, я даже не говорю о леге, мне барабанчики нужны. Блин, у меня весь инвентарь уже в этих обезьянках. У меня было два... У меня барабанчики, ребят! Нет, вы понимаете, у меня было 20000. 20000! Куда они подевались? На обезьянок. Ребят, может быть, кто-нибудь скажет, как добыть эту мартышку легендарную? Просто я уже не знаю, я все потратила, а мартышечку не могу выбить. Ребят, просто посмотрите на мой инвентарь. Да. Но это еще что-то. Вот на это посмотрите, и все поймете. Я потратила все денежки, ребят, но мне не выпало. Ничего, ну ладно, это печально, но мы посмотрим на остальное и что же там будет. Ребят, смотрим игрушечки. Начнем с этой сахарной ваты. Где сахарная вата? А, это еда. Не, ну вкусно, ребят, очень вкусно. Так, что нам трейд? О, сахарная ватка. Согласись, плиз, я хочу сахарную вату. Короче, ребят, да блин, трейды. Мне не нужны трейды. Так, ребят, была камон такая, что это за штучка? А, это бросать питомчика. Мне не нужны трейды. Также там была вот такая штучка. Тоже хорошая. Ребят, я не по порядку, поскольку я по порядку не помню, в принципе. Так, нам говорят туда пойти. Да? Ребят, и... Мне пишут, что что-то не так. Идите к мартышке какой-то. Какой этой?
Ну, а что тут пишется? Короче, ребят, не понятно, что нужно делать, я не понимаю. Ребята, вот такое обновление с обезьянками получилось. На этом я заканчиваю, я всех люблю, до скорой встречи и всем пока!